Однако мы находимся на главной сцене концертного зала «Атлас». Здесь идут какие-то приготовления. А вот и Лора. Лора, извините, пожалуйста. Что вы здесь вот мастерите? Ну, у нас сейчас будет номер. То есть мы готовимся к выходу. Вот. Ну, у нас такое трио с певицей. Да, мы, у нас такой красивый танец, потанцовка. Интересно будет? Конечно, очень интересно. Выступления ночи напролет, концерты, регулярные тренировки практически 24 часа в сутки. Танцоры шоу-балета «Атлас» проводят в режиме онлайн. Коллектив создан сравнительно недавно, но за короткое время успел завоевать популярность у шымкентских зрителей. В составе группы танцоры из разных стран мира. Вика приехала из Москвы, выступала долгое время в Никулинском цирке, но потом узнала о рождении нового коллектива и решила с этим делом долго не тянуть. Я не думала, что я там так долго останусь. Вот. И отработала 5,5 лет. Ну, это, конечно, нелегко, это тяжело. Это зов Родины просто. Это зов Родины, да. Да. Это очень тяжело, потому что к этому очень тяжело привыкаешь сначала, а потом... Ну, я с легкостью отвыкла, потому что это все вещи. То есть вы приезжаете в город, распаковываетесь, потом обратная упаковка. Вот это все вот переезды, это очень тяжело. И все равно у нас был единый коллектив, у нас люди почти не менялись, ну и как-то настолько уже притерлись и надоели. Хотела что-то, да, поменять уже, потому что уже невозможно было. Световое шоу – новинка не только для Шымкента, но и для самого танцевального коллектива. На тренировке номера с белым полотном и с постановкой разных сцен ушло очень много сил. Каждое движение участников шоу-балета выверено до миллиметра и синхронизировано в движущемся действии. На суд зрителей представлен первый номер светового шоу «Звездочка». В коллективе есть и вокалисты. Сандра из Киева сцену считает своим вторым домом. В ее сборнике несколько своих песен и кавер-версий известных хитов. Одна из них – песня «Don't Speak» группы No Dobs. Девушка поет только вживую. Don't tell.
По словам руководителя шоу-балета «Атлас», в планах и новые номера. В разработке авторский мюзикл, сюжет которого пока держится в секрете. Ну и, конечно же, в будущем планируется небольшое гастрольное турне по стране. Ну а потом большие сцены крупных городов. Смотрите программу на